хорошо человек. Боже, жена моя,
Thank you.
Единого на десяти апостолов.
сидел песочник, его же ел, всадив в темницу, предав четырем четверицам воинов, стрящи его, хотя попасться извести его к людям. Иуба, Петра стрижал в темнице, молитва же, беприлежно бываемая церкви Богу о нем. Егда же, хотяща его извести ирод, в ночи той Петр спя между двумя воинами, связан железного ужима двумя, стражей же пред дверьми, стрижах у темницы, и се ангел Господень предстал, и свет воссиял в храмине, толкнув же ребра Петра, воздвиже его глаголя, восстанет вскоре, из подоши ему уже железная с руку. Крече же ангел к нему, прибоявшийся и вступив в плесницы твоя, сотвори же тако, и глагола ему, облицися в ризу твою и последствуй ми. И шеф вслед его и яше, и неведаще яку истина есть бывшая от ангела, мняша же видение зрите. Прошедший же первую стражу вторую, придоста к вратам железным, вводящим во град, и же о себе отверзошася има. И шедший придоша стопом едину, и ами отступи ангел от него. Петр бы в себе рече, ныве воистину, яко посла Бог ангела своего, изъят мя из руки Иродовой, и от всего чаяния людей иудейских. И духами твоему. Аллилуйя, 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 и исповедят небеса чудеса твоя, Господи. Аллилуйя, 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 аллилуйя. И исповедят небеса чудеса твоя, Господи. Oh,
Господь своим учеником, все заповедую вам,
Спасит нам божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Господи, помилуй. Воспалился нам, всякий Господи, гнева и ножи. Господу молимся. Господи, помилуй. И спаси, помилуй, сохрани Боже Твою благодатью. Господи, помилуй. Если Господь Шевел, Святый, не предвешивал, Господи,
Язык земного, грешного человека может ли по достоянию воспеть нынешнее событие, событие сегодняшнего дня? Но оставим ныне, продолжает он, так как найдется ли такой смешной и неразумный ритор, который, будучи призван на светлое торжество брака, начнет жалобно петь печальные песни, оглашать брачные покои печальными плачевными песнями и рассказами о несчастье? Конечно же, нет. Ныне торжество, и можно так сказать, что ныне сугубое торжество. Смерти празднуем умершление, адово разрушение, иного жития вечного начала, и играюще поем виновного, единого благословенного, Отцем Бога и препрославленного, говорится в седьмой песне пасхального канона. Святитель Григорий Ниский, продолжаем, конечно же, и его вспоминать. Он говорит такие слова, что сегодня можно видеть всю Вселенную как бы одну семью, согласно сошедшуюся для одного дела. Дело, хотя и обычного, но величайшего значения. Обычного потому, что это естественно и необходимо для жизни каждого. Он говорит, что на дорогах ныне нет путешественников. Море сегодня опустело, нет корабельщиков и пловцов. Земледелец, бросив плуг, украсил себя праздничной одеждой. Лавки, свободные от торговли, заботы исчезли, как зима с наступлением весны. Шум и суета и бури жизни уступили место тишине праздника. Бедный украшает себя, как богатый. Богатый является одетым великолепнее, чем обыкновенный. Старец, как юноша, бежит, чтобы принять участие в радости. Больной идет, пересиливая свою болезнь. Дитя празднует чувственно переменную одежды, поскольку не может еще праздновать разум. Необычная радость наполняет душу девы, потому что она видит воспоминания о своей надежде столь светлым и чистым. Супруга радуется, празднуя всем полным домом, ибо она ныне, и супруг ее, и дети, и слуги, и все домашние веселятся вместе. И как новый и недавно родившийся рой пчел, впервые из заключения в ульях, вылетевший на воздух и свет, кучею собравшись весь, садится на одну ветвь дерева. Так и в сегодняшний день, день светлого воскресения Христова, свет от этого события будет еще много дней озарять наш жизненный путь. Собираемся мы в святых Божьих храмах, как одна семья. Но это торжество, как мы и сказали, торжество из торжеств, но сегодня торжество сугубое. Сугубое о первом ее смысле вспомнить, о втором даже не хочется говорить о втором, а лучше сказать, как о продолжении первого. Это день памяти святого великомученика и Георгия Победоносца, чью память мы совершаем сегодня. Он явился продолжателем дела Христова на земле, его вместилищем, его светоносцем. И вот сегодняшний день мы совершаем его память, если кратко вспомнить. Он родился в Бейруте, в семье богатых и благочестивых родителей, что очень немаловажно, чтобы мы с вами были, конечно же, благочестивы, потому что это очень необходимо для того, чтобы и дети наши приняли наследственное благочестие. Он состоял на службе императора Диоклетиана, который, хотя был и очень талантливым, но был убежденным язычником и являлся одним из самых жесточайших гонителей христианства. Святой же Георгий был отмечен им как тысяченачальник, то есть удостоившийся достаточно высокого воинского звания, поскольку был также талантлив и разумен, и благочестив.
но был христианин. И в свое время, когда он не в силах больше был видеть мучения христиан, сам пришел и сознался, и открыто исповедал себя как христианин. После долгих уговоров, а действительно хороший человек, он всегда на счету, после долгих уговоров он, естественно, остался христианином. Подвергся множеству мучений, о которых в сегодняшний день вспоминать, может быть, и не станет. Он был обезглавлен, он был умерщвлен в начале 4 века. Но на этом его участие в жизни людей и на этом промысел о том, что его свет распространялся и далее в жизни людей, не закончился. Было такое время, когда в этой области, в которой он жил, господствовала языческая идеология. Люди, и в этой местности поселился страшное чудовище, о котором, как пишут, то ли это был змей, то ли это ящерица большая, точно сказать и не можем. Но люди по укладу жизни и по образу жизни язычники, они боялись и пытались умилостивлять своих богов ложных. И в данном случае вот это поселившееся чудовище приводили своих юношей, девушек, умилостивляя это чудовище тем, что приносили в жертву живого человека. Было время, когда привели в жертву и дочь правителя той области. Но в это время и явился на белом светлом коне светлый юноша, который поразил копьем это чудовище. Конечно, если говорить глубинно, мы с вами знаем, что он для нас святой особо символически. Он является символом, видимым, зримым, человеческим символом борьбы людей, одухотворенных благодатью Божией со злом. И вот мы, конечно же, помним, что на протяжении всех времен истории человечества мы всегда видим борьбу добра со злом. Мы всегда видим, что так или иначе зло бросает вызов Богу и определенному им закону жизни. И эту таинственную борьбу добра со злом, вовлекаются люди. Одни встают на сторону Бога, одни остаются на своем прежнем месте. И если архангела Михаила мы помним и знаем, что был он призван низвергать зло с небесных обителей, не допускать носителей зла в общении с Богом и ангелами, то святой Георгий Победоносец, будучи человеком прежде всего, имея собственную жизненную историю, также победил страшного дракона, олицетворявшего зло. То слабое зло, с которым боролся и архангел Михаил, но здесь уже был некий физический образ. Это было зло, включенное в человеческое бытие, в человеческую историю. И поэтому нам святой великомученик Георгий близок именно по плоти, по человечеству нашему, в какой-то степени немощному. И все человеческие разногласия, они так или иначе противостоят добру и злу, разногласия человеческие вступают в эту борьбу противостояния. Но вот в этот день символичный и знаменательный, когда мы празднуем победу Христа над дьяволом, победу добра над силами зла, мы вспоминаем светлой памятью и великомученика Георгия Победоносца, который был человек, но препобедил зло. Конечно же, прежде всего, он препобедил его в себе. А затем он его препобедил и помог препобеждать и другим людям. В этот день мы и спрашиваем, в этот период времени, не только в день, а в этот период времени мы также и спрашиваем у нашего Божественного Спасителя, Господа Иисуса Христа, победившего вечное зло, просим сил, чтобы победить зло прежде всего.
может быть, в какой-то степени явиться, пусть маленьким, но светом и для людей, которые нас окружают. Так вот и просветится свет вас пред человеком, которые будут видеть ваши дела и прославят Отца нашего Небесного, который есть на небесах. Молитвами святого великомученика и Георгия Победоносца да поможет и нам, Господь, получить эту божественную силу в эти святые дни и препобедить это зло, гнездящееся и в нас прежде всего, и спасенными быть. Аминь. С праздником! Христос воскрес!
славящий Тя, Господи, освящай на Тя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твою силу, и не остави нас уповающих на Тя миру, мирами Твоему дару, церковь Твоим, священникам воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние, благо и всяк дар совершен свыше есть. Сходя я Тебе, Отца Светова, Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскрес!
Thank you.
все. Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Иисус Христос живот даровал. Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, и Ему безгрешному Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, и во имя Бог наш, разве Тебе и много не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению. Всему при Христом рады всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие попретерпев, смертью смерть разрушим. Премудрость, проси, услыши святого Евангелия. Матфея, святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помним. Во время он единен на 10 ученицы, идоши в Галилею, в гору, а мужа повелеем Иисус, и видевши Его, поклонившися Ему, обе же усомневшися, и приступ Иисус речеем глаголя, дадеся мне всяка власть на небеси и на земли, шедше научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам. И се аз с вами есть во вся дни до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и все во Христе, братья наши. Еще молимся за всю братья и вся православные христианы. Слышенный Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих море далече, и милостиве, милостив буди, Владыко, о гресях наших, и помилуй ны, милостив Бои, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Величаем, величаем Тя, Животоче Христе, и нас ради ныне плод. Шагов и за волю вся
Отце, спаси нас. И слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, и тага великомученика Георгия Победоносца, святых праведных Богоотец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Все мы ему за это благодарны. Слава тебе, Господи! Правда, потом уже пришли совсем новые люди и населяли его, потому что Царицын, Сталинград был почти полностью разрушен. Но прошли годы, даже теперь уже десятилетия. Господь благословляет наш город миром, население его умножается, дети рождаются, и старики получают свой почет на старости лет. Жизнь идет так, как ей определено быть от Господа, чтобы она шла. Поколения сменяются новыми поколениями, но наше дело главное в том, чтобы донести до следующего поколения, до наших детей, веру православную, чтобы они сохранили ее в своем сердце на всю жизнь и передали потомству. В этом есть наша главная задача и наша будущая победа. Во славу Божию, Царство Небесное. Я желаю нам с вами, чтобы каждый сумел воспитать своих детей в вере и благочестии, чтобы дети наших детей воспитали своих детей в вере и православном христианском благочестии, для того, чтобы не угасало на этой земле обильно поле крови наших сограждан, не угасала вера христианская, которая есть уже начало жизни вечной здесь на земле, когда мы по вере нашей защищаем.
причащаемся святых Христовых, тайно освобождаясь от наших грехов, таинство покаяния, и снова и снова начинаем жить по-православному, по-христиански, чтобы быть своими Богу, а врагам страшными. Будь Господь силой честного и горячего креста своего, силой своего воскресения, сохранит нас для жизни вечной, для Царства Небесного, и это будет общая победа всех нас с вами, и в нас, через нас, Божия победа над злом и смертью. К славе Божией и к вечной жизни для всех, кому Господь предназначил, Царство Небесное. Аминь. Мир вам, Божья вам любовь, Господь с вами. Просите высоко пресвященнейшего владыка от лица прихожан, святаго, храма, великомученика Георгия, поздравить вас за днями Святой Пасхи. Благословите нас на добрые дела, и вот, чтобы продолжили дело росписи храма. Пока вот расписали только вот вверх. Спасибо. Спасибо вам, братья и сестры. Будьте здравы. И счастливы, Господи. Аминь. Молитву Святого Великомученика Георгия. Архиерейское богослужение – это большой праздник. И для нашего храма, конечно же, тоже. Каждый год владыка служит в нашем храме, и мы имеем великое счастье молиться со своим архиереем. Но этот год особенный, потому что в этом году память великомученика Георгия Победоносца попала как раз на понедельник Светлой Седмицы. И мы фактически в пасхальный день принимаем нашего архиерея. Вот, конечно же, и богослужение само было совершено практически неотличимо от пасхального, божественной литургии, которую мы имели счастье сегодня совершать совместно со своим владыкой Германом, она полностью практически повторяла пасхальную божественную литургию. Ну, что тут, какие слова можно сказать? Действительно, это Господь такое чудо сотворил. Это не мы бы сами такое чудо не смогли сделать. Господь нам дал такое счастье, и Его мы да будем прославлять. Ему же и слава. Христос воскресе. Дорогие братья и сестры, в этот замечательный пасхальный день, в эту замечательную пасхальную Светлую Седмицу от лица нашего храма, если так можно сказать, и от всех наших прихожан, от нашего хора, я являюсь регентом хора, хочу поздравить всех со Светлым Христовым Воскресением. Именно ожидание этого события было очень долгим и очень молитвенным, потому что Страстная Седмица подготавливала нас к торжеству
Святой Пасхи. У нас были свои трудности, конечно, связанные с этим. Певчи наши уставали, но все ободрялись надеждой Светлого Христового Воскресения. И вот, проведя пасхальное богослужение, мы имели счастье принимать нашего дорогого владыку, митрополита Германа Волгоградского и Камышинского. Очень хорошо прошло это богослужение. У всех было приподнятое настроение и замечательный пасхальный крестный ход после божественной литургии завершил наше торжество. Сегодня у нас особенно торжественный день. Вот, сегодня у нас престольный праздник. Так случилось, что он попал на первый день Светлой Седмицы. Это высочайшая радость. Почему? Потому что мы ждали очень долго Пасху. Вот, наконец она пришла. Вот это пасхальное настроение, оно сегодня вылилось в этот праздник. Сегодня престольный праздник. Мы сегодня причащались от святых христовых тайн. Я очень рад. Именно Владыка нас причащал. Мы благословлялись и у отца Виктора, и у Владыки. И для нас это великая радость. Так все совпало, что сегодня замечательный день. Сегодня солнышко, птички поют. Вот. И это радостное настроение, хочется передавать их, хочется с ним жить, и хочется поделиться с ним, с вами. Христос воскресе!